А вот экологический расклад на самом чистом в мире озере – это игра в долгую. Уровень антропогенной нагрузки на Байкал растет. Главная опасность – концентрация микропластика в воде озера. Поэтому регулярные очистки и эко-акции просто необходимы. Одна из них состоялась накануне. Олег Федоров о тех, кто делает голубую жемчужину чище. Похожий на огурец объект – губка-фильтратор. Такие организмы создают экосистему в Байкале, благодаря чему вода в озере сохраняет чистоту. Но подобных живых существ становится все меньше. Они застревают в сетях. Вот в таких. Здесь 73 сети или 4 километра плетеной ловушки. Результат недельной экспедиции по Байкалу дайверов-экологов. В списке антиприродных находок еще якорь, детали винта лодки и даже дрон. Все это 6 человек подняли со дна озера. В общей сложности дайверы провели в 4-градусной воде более 25 часов. На берегу чище, чем под водой, на самом деле, оказалось. Вот бухта песчаная очень показательная. Там на берегу намного чище, чем на дне. Мы собрали больше 20 мешков и еще 8 сетей подняли. В принципе, хорошие новости тоже есть. Там, где много людей, там нет мусора совсем. Масштабную экологическую акцию организовал основанный Олегом Дерипаской «Энергохолдинг Н+». Мероприятие прошло при участии ангара Байкальского территориального управления Росрыболовства и Ассоциации «Байкал без пластика». Так бизнес консолидировался, чтобы усилить работу по снижению загрязнения озера микропластиком. Это уже вторая акция по подъему сетей и не последняя. Акцию планируем продолжать. С нашими вот партнерами мы уже сейчас проговариваем, каким образом пойдем в следующем году и как будем проводить экспедицию. Заключительным этапом этой акции стала выгрузка сетей. Чтобы их поднять, дайверы обследовали свыше 50 километров дна. Особенностью этой экспедиции стало то, что мусор поднимали буями, а сами сети не рвали, а аккуратно распутывали руками. Это позволило сохранить дно Байкала и обитателей озера. Олег Федоров, Виктор Черкашин, новости по будням.